Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор, и что-то давно у нас не было киндер-влогов, и у меня, смотрите, сколько всего накопилось, что надо разобрать и рассортировать. Ну и, конечно же, вам рассказать. Давайте начинать. По ходу пьесы будем разбираться, что у меня тут новенького. И давайте начнем с одной очень приятной вещи. Это подарок от подписчицы. И смотрите, что она мне подарила. Она мне прислала долгожданного киндерина с подарком. Я очень давно его искала, он достаточно редкий. И он ко мне приехал из Владивостока. Очень неожиданно. Спасибо тебе большое, Катя. Очень классный подарок. Киндерина с подарком мне пришел в подарок. Очень забавный каламбур. Теперь у меня собрана полная коллекция «Веселый юбилей». Давайте я вам покажу ее, потому что давно хотела на нее посмотреть в собранном виде. Смотрите, как здорово смотрится. И в самом центре у нас стоит виновник нашего сегодняшнего празднества и торжества. В общем, я очень довольна, что закрыла наконец-таки эту серию. Мне кажется, она уже так давно была, но я ее точно открывала с вами вместе и пыталась отчаянно найти собак, которые мне никак не хотели попадаться. Но в итоге оказался для меня самым редким киндерина с подарком, как и для многих. Давайте посмотрим, что же еще мне Катя прислала, потому что киндерина был не одинок. Вторым радостным событием из этой посылки оказалось закрытие, наконец-таки, прошлой серии Infinimix. Мне не хватало вот этого вот мальчишки с аквалангом, и мне не хватало зеленой птицы. Сначала мне Катя прислала вот этого вот аквалангиста, а потом мы вместе с вами в последней палетке с Infinimix, там, где у меня сейчас проходит конкурс, кстати, кому интересно, то переходите по ссылке и участвуйте, попалась вот такая вот зеленая птица, которой мне не хватало. И получается, я закрыла серию. Infinimix собирать очень сложно. Очень много повторяющихся игрушек. И, как назло, из 22 какой-нибудь одной или двух обычно не хватает. Еще я хотела сравнить этого аквалангиста с новым. В новой серии Infinimix тоже есть аквалангист. Он мне как раз тоже попался на одной из последних распаковок. И вот так вот они выглядят вместе. Они практически одинаковые, отличаются только по цвету. И чтобы не быть голословной, покажу вам всю серию. Я немножко ошиблась, в этой серии 16 фигурок, а не 22. 22 было, по-моему, в самой первой. Но неважно, 16, по-моему, тоже достаточно немаленькая цифра для серии киндер-сюрприза. И вот такая вот огромная стопка вкладышей от них получается. Там 4 вида обложек по 4 вкладыша. Самыми частыми для меня в этой серии были рыбы, осьминог. И, как вы думаете, конечно же, вот эти вот две супер игрушки, которые составляют большую часть из себя картонные детали. Вот такая вот у меня серия собралась. Я очень рада, что я ее наконец-таки закрыла. Спасибо Кате, спасибо всем, кто мне помогал меняться. И давайте сосмотреть, что же еще было в посылке. Что же я еще очень люблю в Infinimix? Я люблю разноцветные длинные вкладыши, которые не составляют из себя маленький комикс и прикрепленное к нему предупреждение, а вот такую вот целостную, смотрите, картинку из двух частей. Вот такая вот красота. К сожалению, такие попадаются у нас намного реже. И если вы заметили, то это еще самая первая серия Infinimix, которая выходила в России. Закладки с новой серии, если кто смотрел мои видео с распаковкой, наверняка знают, что там идут, ну или просто вы знаете, потому что сами распаковывали, что там идут еще и старые игрушки с длинными и с короткими вкладышами. Мне попалось несколько животных с длинными вкладышами, но вот девочек с длинными вкладышами у меня еще нет. И Катя мне прислала вот такую вот классную штуковину. Это девочка с биноклем, достаточно частая, но с длинным вкладышем. И знаете, что я еще заметила? Что вот эта вот моя девочка с обычным вкладышем, что они отличаются не только по вкладышу, но и сами девочки. Вытащила бинокли, чтобы вам было нагляднее. Смотрите на их кофточки. Видите, у этой девочки кофточка с кармашком, а у этой с полосочками.
И вот этим они отличаются. У меня есть только одна девочка с длинным вкладышем, и поэтому я не знаю, отличаются ли остальные. Если кто знает, напишите обязательно в комментариях. Но у моих всех девочек, у меня в Инстаграме даже есть фотография со всеми девчонками InfiniMix, которые у меня есть. Но там, правда, нет и девчонок из новой серии, они мне еще не попались. У всех кофточки с кармашками. И нет ни одной вот такой вот с полосочками. Вот такая вот, видите она? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, только ли с длинными вкладышами такие девчонки бывают, или вообще это редкость, или наоборот часто. В общем, кто что знает, напишите обязательно, мне будет очень интересно. У меня пока, к сожалению, только одна такая девчонка. И для полной картины давайте покажу вам все такие длинные вкладыши, которые у меня есть. Вот эти вот три штучки мне попались совсем недавно в распаковке. Это слоник с душиком, потом обезьянка вот с такой вот с деревом, голубая птичка или зеленая с вот такой вот жердочкой. Только три вкладыша у меня есть для девочек, ну и вот этот вот, собственно, на саму девчонку. Напишите в комментариях, большая ли у вас коллекция таких вот вкладышей и на какие фигурки вам попадались. Может быть, они есть не на все фигурки, а только на некоторые, я пока не знаю. Но есть еще девочка с рюкзачком, для меня неуловимая. Ну, в общем, пишите, какие есть у вас, если вы их коллекционируете. И еще есть два вкладыша из серии для мальчиков, я их как-то уже вам показывала. Один вообще, смотрите, из трех частей состоит, то есть сам вкладыш двойной и еще предупреждение. И вот этот вот на мотоцикл. У меня, кстати, сам мотоцикл-то есть, а вот вкладыша обычного на этот мотоцикл у меня нету. На носорогу, по-моему, у меня есть обычный вкладыш. В общем, вот такая вот интересная история с этими вкладышами. Мне намного больше нравятся вот эти вот длинные, красочные. Я бы лучше полную коллекцию с ними собрала, а короткие уже так, как попадутся. Следующая история у нас будет вот про таких вот животных и вариантные игрушки. У меня было... Это серия с животными, кто не знает, которая выходила уже так достаточно давно. Она, по-моему, то ли Discovery называлась. Серия не очень выдающаяся, но дело вот в чем. Волки в этой серии, или это писец, я уже не помню, выходили в двух вариантах. Вот такой вот с красными глазами и вот такими вот обычными глазками-пуговками. Попадались и те, и другие. И то же самое было с лисами. У меня была вот такая вот лиса с такими вот глазками, но была еще и другая. И Катя мне прислала второй вариант лисы. У нее, смотрите, другие глаза. Единственное, что у нее немножко стерт нос, но в данном случае это не сильно имеет значения. Нос уж точно можно самим подкрасить. Это несложно, но зато мы видим с вами вариантные глазки. Вот такая вот тусовка из лис и песцов или волков у меня теперь собралась. Теперь давайте про кисточки. Это последняя самая серия вот этих вот самых кисточек, которых выходило. Две или три серии. Там еще в Джоях они были с просто молдированными глазками, а не цветными. И вот это вот последняя серия, которая выходила в Киндере, у меня не хватало одной штучки. Катя мне ее прислала, но, к сожалению, без вкладыша. Но иногда лучше иметь игрушку хоть без вкладыша, но закрыть серию, чем не иметь ее совсем. Вкладыш, может быть, когда-нибудь найдется, либо игрушка еще раз найдется, если ей суждено найтись уже с вкладышем. Вот такая вот серия у меня закрылась. Давайте покажу вам всю армию своих кисточек, которые у меня есть. Смотрите, как их много, и это у меня еще не все. У меня из тех, которые из Джоя, вот эти вот, без черных глазок, у меня только две штучки. Есть еще две других цветов. Потом здесь есть вариантные игрушки. Вот, например, у меня есть вариантный оранжевый. У него, видите, краски поменены местами. Справа зеленый, а тут слева зеленый. И также есть из вот этой вот серии, есть вот этот бордовый. У него тоже поменены краски. Остальные у меня все по одному. Вариантных игрушек мне, к сожалению, пока так и не удалось найти. Но, может быть, как-нибудь еще и найдутся. Ну, или останутся жить в таком вот составе. В конце концов, серии, в принципе, собраны. За исключением того, что мне не хватает двух игрушек из Джоя. Вот такая вот красота. Давайте смотреть что-нибудь еще. Еще она мне прислала браслетик.
вот такой вот, но, к сожалению, тоже без вкладыша. Вкладыш буду еще искать, но серия у меня уже закрыта, и это здорово. Забавные браслетики, очень необычные для киндер-сюрприза. Особенно в них радует то, что тут не наклейка, а именно нанесенный рисунок. Мне кажется, для ребенка очень яркая штуковина. Единственное, что я не знаю, насколько он крепко держится. И можно изучать животных, причем животные очень разнообразные, яркие и интересные. Давайте пока оторвемся немножко от игрушек и перейдем к другим элементам коллекционирования. Например, вот таким вот коробкам на 3 игрушки. И я вот сейчас дома немножко прибираюсь, раскладываю, сортирую. Из разных углов понасобирала вот столько врат разных коробок на 3 игрушки. Сейчас попробую их как-то посимпатичнее уложить. Наверное, я их вот так вот, я уже начала, вот так вот выровню. И посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, красивая аккуратная стопка, потому что вот так вот, как я складывала их раньше, очень неудобно хранить, они занимают много места и очень объемные. Давайте я попробую их разложить и покажу, какие коробочки у меня есть. Может, кому-то будет интересно посмотреть, поностальгировать, какие были серии. Ну что, давайте начнем с самого старенького. Это первые серии, с которых я начинала уже сознательно собирать киндер-сюрпризы. Я не говорю о тех игрушках, которые я собирала в детстве. А именно, это был у нас, даже мы сейчас посмотрим, это у нас был 2012 год. Вот, смотрите, шла серия Винкс, достаточно популярная. И шла у нас вот такая вот космическая серия, тоже до 13, то есть 12 год. И даже помню, что вот этот попугай был очень редким, он попался моей подружке, я у нее его выпросила. Привет тебе, Ира, если ты помнишь эту историю. Вот такая вот серия была самой первой, которую я покупала. Дальше я уже не помню в хронологическом порядке, буду просто показывать. Потом вот коробочка от Hello Kitty, вот такая вот. Это Hello Kitty, которая шла в киндер-сюрпризе, потом она перевыпускалась уже в Kinder Joy. Так, дальше это уже, думаю, вы все знаете, это Даша путешественница, совсем современная, это Natoons. Из постарше пираты, вот такие вот пираты, тоже выходили достаточно рано, да, в 13 году, через год, как я начала собирать. Феи Дисней, тоже достаточно популярная была коллекция. Animal Planet, мы сегодня про эту серию с вами разговаривали, и здесь был редкий кролик, и она была, называлась все-таки Animal Planet, а не Discovery. Дальше у нас серия Веселый юбилей, это 40 лет, потом выходило у нас еще 50 лет, вот они, смотрите, две разные коробочки. Та самая серия, в которой была Золотая Мерлинка. Такая вот. Потом у меня есть 3 коробочки от серии Маша и Медведь. Сейчас я уберу все лишнее. Вот они, 3 коробочки Маша и Медведь. Такие вот. Вообще я не являюсь тем самым сумасшедшим человеком, который носится по всем магазинам и скупает коробочки всех видов. Но если звезды сходятся, то покупаю. Вот так вот. Они выглядят все разные. Серия My Little Pony. Кстати, у меня до сих пор не дособрано, у меня не хватает, по-моему, Rainbow Dash в виде пони. Как-то не сложилось. 2 коробочки от серии Барби. Вот, это самая первая серия Барби, которая выходила в России. Ну, точнее, после того, как я начала собирать, потому что, по-моему, были еще до этого серии Барби, но я не знаю, шли ли они в России. Вот такая вот серия из 4 куколок, и там были доп. Аксессуары. И Барби профессия, это самая первая Барби профессия. Вот так вот она выглядит. После этого выходило еще 2 серии перекрашенные и уже совсем новые. А, еще 3 серии выходили, да. Одна была перекрашенная в Джоях, которая у меня до сих пор не дособрана. И 2 уже, которые шли в перемешку совсем недавно. Принцессы Диснея, тоже 2 разные коробочки. Это у нас серия с питомцами, вот такая вот. И вторая, это у нас, кстати, очень классная серия, там, где они были без тканевых юбок, а целиком пластиковые. Русалочка там была тоже вариантная, мне ее так не удалось найти. И в этом году выйдет еще одна серия принцесс Диснея. Кому интересно, как она выглядит, вступайте в мою группу ВКонтакте, там уже висит картинка. Серия Лунтик.
Причем у меня было миллион этих коробочек, потому что они в первую очередь появились именно вот в таких вот трешках. И мне муж покупал коробку с такими вот трешками. И у меня был прям их целый мешок. Там были два разных ежика. Один посветлее, один потемнее. Мне оба попались сразу. Но есть у меня еще несколько иностранных коробочек. Вот эти вот смурфики. Я их привозила из Австрии, купила всего 3 коробки, потом хотела в последний день еще купить себе коробочек, но в воскресенье оказалось, в Австрии ничего не работает, даже Билла, именно в которой я покупала, и поэтому у меня так и не дособрана эта серия, хотя серия классная, здесь смурфики с бархатными элементами, но, к сожалению, в России она не шла. Вот такая вот коробочка, тоже я ее покупала просто в Австрии, в супермаркете, и тут просто была сборка, я, собственно, покупала ради коробочки. Коробка от Золотой Марлинки. В коробке Золотой Марлинки шли вот такие вот две коробки, ну, в которых лежало по 3 яйца, то есть такая две коробки в одной коробке. Но Золотую Марлинку у меня так и не получилось достать, у меня где-то в недрах канала даже есть видео, где я еще молчу, потому что стесняюсь говорить, и открываю вот эти вот яйца. Ну и последнее у меня, но это, кстати, не все, потому что, наверное, у меня еще в другом пакете что-то лежит. Ладно, сегодня, я думаю, с картонными коробочками хватит. Покажу вот такую еще штучку. Это украинские киндер-сюрпризы. То есть это у нас в то время шли только яйца в трешках, а у них не было цветных обложек. И у них яйца шли вот в таких вот отдельных коробочках. Очень забавно. Кто с Украины, напишите, бывает ли у вас такое и давно ли у вас это прекратилось. У меня есть две коробочки. По-моему, да, у меня две. Это от Делай Ноги 2 и вот от Спанч Боба. Давайте вернемся к нашим фигуркам, баранам, нашим кротам в данном случае. И смотрите, какая чудесная серия, к сожалению, не полная, у меня появилась. Я ее выменяла, но, правда, все игрушки у меня без вкладыша, но в идеальном состоянии, что тоже ценно, с условием того, что здесь есть съемные аксессуары, и найти уже в полной комплектации такую серию будет сложновато. У меня не хватает здесь двух игрушек, которые являются, наверное, пореже. Одна является редкой из-за того, что там такая труба гофрированная, она все время у всех рвется. А вторая из-за того, что там 3 гномика, и они попадались рандомно. То есть попадался большой крот, и к нему гномик. Гномиков было 3 варианта, соответственно, все хотели собрать все 3 варианта гномиков, и поэтому игрушка стала редкой. У меня пока вот такой вот комплект. У меня есть еще несколько игрушек из другой серии кротов. Те у меня с вкладышами. Там их буквально у меня 5 штук, к сожалению. Вот такая вот красота. Я очень ими довольна. Они очень классные. Особенно вот этот забавный мне нравится. Который смотрит сквозь кусты. И у него вот такой вот забавный нос тут торчит. В общем, вот такая вот серия. Давайте покажу, что я еще выменяла. Начнем с современного. Закрыла серию Звездных войн. Ура, 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 ура. Мне не хватало вот этого вот черного товарища. Это, по-моему, самый главный злодей. Современный Дарт Вейдер. Я уже, честно говоря, не помню, потому что смотрела всего один раз новые серии и не запомнила всех персонажей. Но я думаю, кто разбирается, все поняли, о чем я говорю. Серия закрыта, можно убирать. В общем, я довольна. Серия, кстати, неплохая. Они очень забавные. К сожалению, у них нет ножек. Но что касается серии Звездных войн, есть очень сомнительные серии. Например, серия с самолетами. А это очень даже неплохо выглядит. Но остальные у нас все с головастиками. Ну и, конечно, всеми любимые Звездные войны бегемоты, которые у меня тоже есть. А сейчас будет развенчание мифов для тех, кто кричит, что сейчас киндер скатился и выпускает всякую хрень. Я начала собирать киндер в 2012 году. И эту серию я не застала. Так что смотрите, какая тут красота. Вот такая вот серия целая. Тут 6 вкладышей, соответственно, 6 игрушек. И вот содержание этой капсулы. То есть куча картон, ну вот такие вот маленькие пластиковые детальки. Вот такая вот 2 штучки. И наклейки. Как вам? Такая штуковина у нас должна получиться. Это какие-то космические спутники или летающие корабли. Я, честно говоря, не очень люблю такие серии. Но для истории я решила, что она мне тоже нужна. Тем более мне отдали прям целую серию.
Это очень удобно, не надо искать. К тому же, такую серию точно не найти на барахолке, потому что она просто не сохранится, если в нее поиграет ребенок. Даже не знаю, наверное, она может считаться редкой. Конечно, она никому не нужна. Я ее даже не буду из капсул вытаскивать. Я одну достала, чтобы вам просто показать. А остальные я, наверное, переложу в прозрачные капсулы, чтобы видеть, что у меня там за серия лежит. И будет у меня храниться именно в таком виде для истории. Еще одна серия, чуть получше предыдущей. Но у меня, к сожалению, здесь не будет хватать одной штучки, вот этой вот оранжевой. Это вот такие вот стрелялки. Вот так вот они выглядят, и вот так они стреляют. Серия намного лучше предыдущей, согласитесь, но при этом тоже достаточно простенькая, в стиле Kinder Joy того времени. Ну и вообще времен сборки в Kinder Joy. Напишите в комментариях, кто скучает по сборке в Kinder Joy. Я думаю, таких мало, потому что сборка там зачастую была очень странная. Но вот такая вот серия у меня тоже теперь появилась, но почти серия, не хватает одной штучки. Опять-таки для истории и для сравнения, и для понимания. Кстати, возвращаясь к предыдущей серии, у меня дочка очень долго в них играла. Они очень хорошо стреляют, ей очень понравилось. Еле у нее их отобрала. Так что, кто говорит, что стрелялки и пулялки дети не любят, ну, некоторые очень даже любят. Так, давайте смотреть интересную серию. Сейчас я ее расставлю и покажу вам. Что же у нас здесь? Это серия кибертопов, которая состояла из целых 12 штук. У меня, к сожалению, только 6, и они все без вкладыша, но зато в идеальном состоянии, неигранные, в коллекционном состоянии. Самым главным персонажем в этой серии является вот этот вот мышонок. Серия 2002 года, честно говоря, я такую даже еще не встречала до того, как мне ее принесли. Но серия очень классная, согласитесь. Вот так выглядит мышонок вблизи, достаточно детализированный. Вот таких бы игрушек, конечно, сейчас побольше хотелось бы. В общем, товарищи злые, но очень забавные. Но мышонок, правда, не злой, а вот эти вот двое, даже трое, очень такие недобрые товарищи. Хотя колобок, вон, смотрите, какой доброжелательный. Давайте теперь покажу вам некоторые игрушки вместе. Они у меня тоже все без вкладышей, но состояние у них хорошее. Они достаточно старые, поэтому некоторые игрушки хочется уже найти хотя бы так. Вкладыши, как я уже говорила, если судьба, то потом найдутся. Первое, что это вот такая вот вертушка, которых я уже вам показывала в одном из предыдущих выпусков. Это без вкладыша. Вот такой вот студент. Тоже их не застала. Сли они раньше, чем я начала собирать. Но студенты классные. У них, кстати, по-моему, даже были два варианта вкладыша. С именами, без имен. Потом вот такой вот слоник. Тоже показывала вам эту серию. У меня есть жираф и еще кто-то. Их всего 4 в серии. Потом серия Looney Tunes. Это вообще очень старая серия. И у меня есть несколько фигурок из нее, но нет ни одного вкладыша. Дальше это вот такие вот DC. Это мотоцикл Бэтмена, если я не ошибаюсь, либо Джокера, и зеленый фонарь. Эта серия очень уязвимая, у меня есть несколько фигурок из нее. Вот у Супермена я уже тоже как-то показывала, у меня ободрана рука. Хотя некоторые в комментариях мне писали, что у них с рукой все нормально. Дальше вот такие вот светлячки. У меня, по-моему, одной парочки теперь не хватает. Ну и вкладыши, соответственно. И животные с лупами. У меня тоже есть несколько. У этого лупа немножко покоцанная, но мне ее обещали заменить. Вот такие вот лев и я даже не знаю, кто это. Какой-то хомяк или бобер. Ну да, наверное, это бобер. Вот тут, наверное, сбоку хвостик торчит. Вот такие вот у меня появились игрушки. Надеюсь, к ним со временем найдутся вкладыши. Но пока пускай будут пополнять мою коллекцию именно в таком виде. И вот такие ребята у меня появились. Давайте Смурфика пока отодвинем. Это 4 медузы, тоже, к сожалению, без вкладыша. У меня есть 3 медузы, 2 из них с вкладышем, но пока не попадаются мне. Достались мне вот такие вот, тоже в хорошем состоянии, что немаловажно. И Смурфик с лопатой.
У меня такого в детстве не было. У меня большая часть мурфиков сохранилась именно из детства. Самая засада этих игрушек, что они желтеют. У них желтеет очень сильно голова. Напишите в комментариях, как поживают ваши смурфики. Может быть, у кого-то они есть. И это очень грустно выглядит, очень обидно. И поэтому, ой, не знаю, как дособирать эту серию, в каком состоянии их искать. В общем, как-то грустно-грустно. Причем тело нормальное, ноги нормальные, колпачок нормальный, а вот голова желтеет. И давайте закончить хочу на вот такой вот ноте. Я иногда в своих выпусках говорю, что как жалко, что Kinder сделал так мало видов фольги, что это грустно. Но с другой стороны, я иногда в душе радуюсь, потому что смотрите, сколько у меня накопилось фольги, которую мне просто лень выпрямить. Тут даже, по-моему, от новогодних, да, видите, тут от новогодних еще яиц. Маша вот новая. Тайная жизнь домашних животных. Мишки новогодние. В общем, надо это все взять себя в руки, наконец-то выпрямить, разобрать, разложить. И устранить этот бардак, потому что фольга копится, киндер новый выходит, а выпрямлять я ее не выпрямляю. Ладно, давайте на этом заканчивать. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете, какие серии вам понравились, какие мои пополнения, о чем вам еще рассказать, на что бы интересно вам было посмотреть. Спасибо еще раз Кате, которая прислала мне подарок очень замечательный, который, считайте, сделал этот выпуск. Поддержите меня лайком, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу, подписывайтесь на Инстаграм. И до новых встреч, всем пока!